Добрый день, друзья! Рада всех приветствовать на канале. Сегодня хотела показать первое цветение азиатского подростка, сорт Микки Краун. Сорт имеет варианты цветения. Мне повезло, он процвел самым интересным из них, из-за которого, собственно говоря, он и покупался. Вот только раскрылся последний третий цветочек, я вам его показываю. Сорт имеет склонность к выцветанию со временем. Первые цветочки уже немного бледнее свежего, но желтый цвет сохраняют, желтый фон. Довольно-таки активный, яркий. У кого-то выцветает аж до белого, посмотрим, как со временем себя поведет. Очень интересные расплывы по краю петали, сипали, посмотрите. Такие всполохи. Они расплываются, как акварельная краска. Сегодня солнечный, очень морозный день. Поэтому будем снимать при таком активном солнышке. Что поделать. Свободное время, оно тоже не всегда бывает для съемок. Сегодня оно есть. Искрится, как лепесточек, посмотрите. Очень крупный цветок. Впечатлил меня, конечно, размером после моих любимых мультифлор. Конечно, порядка, наверное, 8 сантиметров, может, и крупнее. Губка такая интересная, она не однотонная, есть ракушки. Сейчас попробую его перенести в тень, чтобы посмотрели на его более естественную окраску и сравнили. Вот Микки Краун переехал на аквариум. Тут, конечно, темновато относительно окошка, но в целом цвет передается верно. Такой персиково-желтый, нежно-желтый, более яркие лепесточки. У свежего цветка уже бледнее, у более старых. Очень красивый сорт, очень нарядный. Довольно-таки разлапистые листья. Адаптировался легко, проблем с этим не возникало. Цветение ждала, ну, порядка полугода, наверное, может, чуть больше. Ну, конечно, эти всполохи по краям невероятные. Видите? Такой более густой цвет и более расплывшийся. Действительно, акварель. Я попробую сейчас губку вам показать. Сфокусировать. Видите, крапинки по краям губы оранжевые. Интересный сорт, безусловно, рекомендую в коллекцию. Но кому-то, видите, не очень повезло, раскрылся чисто розовый цветочек с малиновой губкой, у кого-то темный цветочек. Мне повезло, я очень рада. Остается в коллекции, безусловно, нарядный, яркий. Спасибо, что посмотрели обзор. Всего хорошего.